Всем привет! Вы на канале Интернет и Деньги. Сегодня у нас ролик по проекту ProfitBot, о котором я давно не говорил, потому что здесь упал курс крипты WebCoin. Это один из проектов сообщества Veko. Здесь, как видим, один WebCoin стоит 4,3 доллара на проекте. Если выводить на биржу, то там по 0,13 центов. То есть по 13 центов один век, тут 4,3. Разница большая, поэтому если я выведу сейчас деньги, вот, например, 954 доллара у меня на балансе есть, при выводе на биржу происходит конвертация WebCoin по курсу 4,3, а на бирже получается всего по 13 центов. Поэтому намного меньше сумма получается вот с этой. Но все-таки я выведу, буду WebCoin держать на бирже. Но почему я, собственно, решил сделать ролик? Потому что сейчас есть возможность здесь делать депозиты только по понедельникам и только в токенах Райдо, которые мы тоже тут приумножаем. Кстати, Райдо тоже очень разнится курс на проекте по 15, а на бирже CoinGalaxy, по-моему, по доллар с чем-то сейчас этот токен. Поэтому, если вот, например, сейчас выводить, продавать, то это ни к чему, но я решил, почему мои токены будут лежать, пускай лучше они мне приносят какую-то прибыль. Поэтому я буду их здесь приумножать. Да и если, например, сейчас покупать на бирже по тому курсу, который есть, и потом по тому же курсу выводить, то в принципе получается выгодно. Депозиты сейчас можно создавать под 0,7, 0,8 и 0,9% в день на 200 дней. Все зависит от суммы вклада. Например, если вы делаете депозит от 10 до 10 тысяч долларов, то получается под 0,7%. Я сегодня тоже сделаю небольшой депозит в токенах Райдо, покажу, кому интересно, как это делать. Но для начала давайте поставлю на вывод вот эти 954 доллара, пускай будет конвертация на биржу, и потом покажу, как происходит выплата. Итак, для начала нажимаю «Вывод средств», здесь выбираю WEG, WebCoin Pay. Далее иду на биржу CoinGalaxy. Здесь тоже ищу WebCoin Pay. Тут я нажимаю пополнение. Далее копирую вот этот адрес. Вставляю его вот сюда. Так, давайте будем смотреть. Так, начинается вот на такие символы, заканчивается так. Так, все. Я правильно адрес копировал. Нажимаю вывести. А, ребят, забыл ввести сумму 954 доллара. Ну, давайте введем с копейками все, что есть. И нажимаю вывести. Все, запрос отправлен администрации. Так, видим, на балансе у меня по нулям. Давайте перейдем в раздел операции. И вот тут вот посмотрим. Получается 221 WebCoin при конвертации мне придет на биржу. Но там еще будет небольшая плюс комиссия, так что чуть меньше придет. Кстати, не так давно, 13 числа, я выводил 44 токена Райдо. Это по курсу нынешнему примерно 80 долларов. Так что, в принципе, Райдо более-менее выгодно тут зарабатывать. Ну и давайте покажу, как тут, собственно, создавать депозиты. Если перейти сюда, у меня один депозит уже работает. Вот он на 30 долларов. Осталось 193 дня. И на балансе у меня есть два райда, на которые я также могу создать здесь депозит. Но я решил вам показать, как это делается изначально, потому что если вы, например, хотите в тему только зайти, то, соответственно, покажу все это изначально. Итак, для начала вам необходимо будет также пройти регистрацию на бирже CoinGalaxy. Далее на бирже нужно пополнить баланс в фиате, рубли либо доллары. Ну, берем, к примеру, доллары. Нажимаем пополнение. Далее выбираем либо Perfect Money, либо Payer. Выбираем, к примеру, Payer. Далее сумму прописываем, вводим капчу, пополнить. И потом, если я правильно помню, на почту еще должен прийти код с подтверждением. Все, вы пополнили, у вас на балансе есть средства. Далее переходите в раздел «Торги». И здесь ищите торговую пару RA-USD. Вот тут, кстати, лучше выбрать USD. У меня на USDT было вот RA-USD. Вот, кстати, курс поднялся, смотрю, 2.05. Нажимаем RA-USD. Вы пополняли, если, к примеру, в долларах, если в рублях, то выбираете RA к рублю. И тут выбираете стакан «Купить». Нажимаете, сколько хотите купить. Тут будет сумма, сколько вам нужно будет отдать. И нажимаете «Купить RA». Довольно быстро ордера здесь срабатывают. Все, как только вы здесь купили RA, переходите вот сюда
на баланс, у вас они будут вот здесь, вот у меня есть почти 28 данных токенов. Далее переходите на проект ProfitBot, нажимаете пополнить, здесь выбираете RATRON, вводите сумму в долларах, например, вводите $100 и смотрите, сколько это в Райдо. Далее переходите на биржу, нажимаете пополнение напротив Райдо, точнее, ребят, неправильно, извиняюсь, напротив Райдо нужно не пополнение, а нажать вывод. Нажимаете вывод, далее тут прописываете количество, далее сколько получите, адрес кошелька. Когда вы нажмете оплатить, у вас там будет адрес кошелька. Вы его сюда вставляете, копируете, далее вводите капчу, нажимаете вывод. Если я правильно помню, тоже на почту должно прийти подтверждение, вы вводите код. И там у вас будет кнопочка «Я оплатил». Вы на нее нажимаете и ожидаете, пока Райдо поступит к вам сюда вот на баланс. Это происходит довольно быстро, после чего вы уже создаете депозит. Создавать депозит довольно легко, давайте тоже на 2 Райдо. Сейчас его создадим, переходим в аккаунт и тут выбираем на процент. Вот мы создаем на $30, точнее на 2 райда, поэтому вот здесь вот этот нам подходит под 0,7%. Нажимаем открыть депозит, вводим сумму в USD. Так, еще раз откроем. $30, вот 2 райда, как видим. Количество пакетов 1. Нажимаем оплатить. Депозит успешно создан. Отсюда, как видим, сумма списалась. Если перейти в депозиты, то здесь, как видим, уже открылся у меня новый депозит. Депозитов под 0,7% в сутки осталось 197 дней. Я планирую тоже потихонечку здесь депозиты наращивать, опять же таки в Райдо, потому что раньше я это делал в вебкоинах в основном, но поскольку сейчас возможность открывать их есть только в Райдо, поэтому я буду их открывать в Райдо по понедельникам. Как видим, у меня сумма депозитов была всего на $2030. Фактор X5 у меня более 10 тысяч. Сумма то срабатывания вот такая. Ну и давайте для интереса посмотрим, что у меня по статистике. Сколько мне здесь удалось заработать, сколько вывести. Так, вот. Всего заработано у меня $5219 и 82 токена Райдо. Вывел я всего $2733 и 78 токенов Райдо. Также, ребят, пока что поставлю ролик на паузу. А, нет, ребят, даже не буду ставить, потому что вот здесь, как видим, уже есть выведено $954. Давайте перейдем в операции. Я думаю, что придется поставить на паузу, пока они мне придут. Вот, 221V, как видим, уже утверждено. Давайте перейдем на биржу CoinGalaxy. Перейдем на баланс. Вот, WebCoin. 220 токенов мне, ребят, только что пришло. Как видим, довольно быстро, пока я говорил, они уже мне сюда пришли. Один токен взялся комиссии. Давайте также перейдем в историю. История пополнений. И вот сегодня у нас 20 декабря, пополнение баланса 219 с копейками токенов WebCoin. Так что, ребят, все нормально. В принципе, приумножать токены Райдо здесь можно. Если у вас, вот, например, вот здесь уже есть депозит и вы хотите вывести и продать на биржу, в принципе, вывести можно на биржу, но советую не продавать, потому что если вы заходили по курсу больше, чем он есть на бирже сейчас, покупали токены, соответственно, вы будете в минусе. Но, ребят, если вы будете заходить по тому курсу сейчас, который имеется, там $2 с копейками, соответственно, по такому же курсу вы будете выводить, то получается, что в принципе вы все-таки свои 40% чистыми за 200 дней зарабатываете. Я считаю, довольно неплохо, тем более, что тут более надежно, чем там в обычных каких-то хайпах. Это лично мое мнение. Я, в принципе, думал уже, если честно, проект забрасывать, но решил приумножать все-таки свои токены Райдо. Почему бы и нет? Почему они должны лежать без дела? Лучше я буду это делать и зарабатывать их больше. И ждать, пока будет курс расти. На этом, ребят, все. Надеюсь, ролик вам был интересный и полезный. Ссылка будет в описании и на ProfitBot, и на биржу CoinGalaxy. На этом все. Вы были на канале «Интернет и деньги». Всем удачи и хороших заработков. А мы с вами услышимся в новых видеороликах.